Итак, приехали в Sam's Club. Сегодня мы решили поменяться. Сегодня я в кадре, а Дима за кадром. Да, я сегодня буду оператором. Ну, быстренько, пойдем с нами. Да, все будет сегодня трястись. Так, с чего мы начинаем? Ехали за суши, хотели взять большую упаковку. Но сегодня воскресенье, послеобеденное время. Все пусто. Нет, да. Пустые полки в США. Не надо, неправда. Ну что, я тогда особо так. Выбирай, девочкам возьмем, да. Давай ты это сделаешь. Ну, вон, возьми какую-нибудь из этих. 14,68. Ну просто та большая стоила $25. Да. А там вес и весом в 3 раза больше. 482. Ну здесь вот по 14, да. Здесь вот по 7. Но детей такие едят. Что, взять, может, детям тогда, а мы с тобой может, что-нибудь две, другое? Две возьми такие, да, мы что-нибудь другое посмотрим. Хорошо, ну, что тебе останется, доешь тогда? Естественно. 7,85 цена и вес 360 граммов. То есть 720 будет две упаковки. Ну да, и $15 берем. Едем дальше. Так, вот моя принцесса решила прикупить корону. 27,96. 24 бутылочки, 24, да. Возьму уже сама. Принцесса с короной. Так, все никак не отвыкнем мы от наших глазированных сырков. Вот цена, да, засвечивает. 11,88. Да, возьмем. Сколько здесь? 24 штуки, 12 вишенок с вишенкой и 12 с малинкой. Они мини, такие вот. Ну, девчонкам нравится. Съедают быстро. В прошлый раз взяли, попробовали новинку. 8,98. Такой набор сыров. И маленькие здесь. Каварти и Гауда. Соня в школу берет. Очень вкусненько, такие маленькие. Возьмем. Да. Понравилось. Куда пришли? Говядина. $5.28 за 450 граммов. Возьмем вот такой. Угу. Ну, это кусковая, да. Да, вот получается прекрасные два кусочка, но просто потрясающие еще. Я сейчас покажу, есть уже нарезанное кусочками. Подожди, вот такой, надо сейчас выбрать. Ну, смотри, какой на тебя смотрит. Все-таки первое, что я взяла. Значит, $19 за 3,60 паунда. Это получается, в общем, 1,5 килограмма. Угу. Около 1,5 килограмма. Прекрасная цена. Да, вот кусочками нарезанное. По 4,48. $15, ну тоже где-то за 1,5 килограмма. Да. Красивая. Очень красивая. Без жира. Классно. Пришли 7, мы. 98. 7,98 за пакет нектаринов. За пакетом февральских мандаринов. 1 кило 820 граммов. Почти 2 килограмма вкусных нектаринов. В копилочку. 6,48. Желтая картошечка. Сейчас скажу вес. Вес сразу не глянула. 3 килограмма 630 грамм. Она с глазками? Давай посмотрим. Белорусские глаза есть везде. Так, взяли картошку. Что тут у нас, Куля? А я выбираю лимон. Сейчас покажу цену. 3,93 за пакетик. А в пакетике 1 килограмм 360 грамм. Вот такие красивые лимоны. Так, Ика Вероника берет грибочки. Что это у нас? Шампиньоны 680 граммов, цена $3.58. Да, здесь просто плоховато слышно из-за того, что работают холодильники. Да. Мы находимся в холодильнике. Да. Так, что у нас тут еще? Ежевику, посмотрите, какая крупная, просто сумасшедшая. Поднеси, а то отсвечивай. Просто какая огромная. 2,98. 510 граммов. Поехали. Выходим из холодильника. Так, пришли за... Кетчум, 57-й, да? 57-й вкусный. Это нет, это органик, а это... Вот этот, наверное, просто нет, упаковка из трех. Ну ладно, возьмем вот этот, потому что $11.
10,98, три больших кетчупа по сколько здесь? В одном. Кило 250, это получается 3,750. Угу. Отличная цена, нам надолго хватит. Надолго. Очень надолго. Так, что мы берем? Подошел к концу мой запас томатного соуса. 8,98 Prego. За 3. Угу. Традиционный. Кило 280. С базиликом и со специями, да. Очень вкусно. Добавляю, ну, просто везде, даже и в борщ. Ну и пасту мы очень много разную кушаем. Тоже надолго. Все в копилочку. Дринь. Пришли в отдел воды. Почем водичка? 3,98 за 40 бутылок. 20 литров ровно получается. Грузчик, парень работящий. Когда это было? Дня 3 назад? В среду, да. Сегодня воскресенье. А, ну, среда, четверг, пятница, суббота, да? 4 дня. Да. А сколько там? 15 штук упаковки. Осталось, по-моему, 2. Девочки... просто моментом съедают Орео. Угу. Орео. Мы за хлебушком заехали. Колбаску. 7,98. Покажи, что там 7,98. Соляная. Нарезанная. 623 грамма. Угу. 8 долларов. Сейчас еще возьмем свеженький хлебушек. Это соляна идет за 2 дня. Точно. Соляна взять хлебушек. Зачем приехали, собственно? За хлебом. Наконец-то мы его взяли. Да. Мягкий. Два багета за 3,98. Солями самое то. Бросаем нашу корзиночку. Пожалуйста. Extra large fish jack, peanut sea salt. 4,98, да. Супер большой арахис. Из Вирджинии, с морской солью, специально для Димы. 978 грамм. Выбираем снеки детям в школу. Да, как вот это самые хорошие. Не только в школу, в первую очередь, они дома их съедают. Да. Вот сколько там? 42 маленьких упаковочки. Да. Два вида. Чеддером и сметаной. Лук-сметана, в общем, по-нашему. А здесь двойным сыром. 42 пачки. 14,48. 893 грамма, в каждой пачке 21 грамм. Килограмм печенья 15 долларов, в общем. Но это не печенье, это... как их называют? Рыбки, вот это все. Что это? Крекер? Крекер, типа, да, крекеры. Да. Вероника изучает новый вкус чипсов. Ну, вкус лейсов, лимитед. Что? Сырный... Сырно-чесночный хлеб. Не со знаю. Вкусом таким. Ну да, со вкусом. Ну, цена 4,48. За большую пачку. 4,48, да. Не знаю. Взять попробовать, вдруг очень понравится. Давай возьмем. Ну, давай. То больше не попробуем. Limited Edition. Limited Edition. Вот она, рубрика «Угадай сколько». Мы подходим к кассе. Покажи, да, подходим к кассе, небольшая тележечка. Я думаю, долларов 150, максимум 200. Так, сейчас увидим. Нет, ты возьми, говори какую-то одну цифру. Хорошо, 170. Хорошо, я говорю, я скажу 150. Сегодня, кстати, работает только одна касса, все остальные работают по самообслуживанию, поэтому идем самообслуживаться. Поехали. Диму показать. Всем привет. Телега уже стоит подготовленная. Из одной перекладываем в другую. Все удобно. Считаем. Перегрузили в корзину, свою оставили. И в итоге, как обычно, Дима прав, что вышло у нас. 186 долларов 51 цент. Как обычно, Дима выиграл. Будем наслаждаться.